Всем привет! Сейчас я хочу совершить что-то противоестественное, а точнее содрать пленку с нового шлема СССР «Салют». Вот приобрел шлем «Салют» 80-х годов, конца 80-х годов. Визор у него еще полностью в пленке. Вот. Я думал, что визор у него не поднимается. Оказывается, я правильно поставил регулировочки, болтики. Вот. Застегиваются вот здесь клипсы до характерного щелчка. И визор фиксируется. Вот, визор фиксируется. Оказывается, можно эти клипсы отстегивать легким движением, оп, и приподнимать визор. Представляете, как это было удобно? А еще можно было на эти же клипсы пристегивать козырек противосолнечный, ну, без визора. Но то, что визор поднимается, честно говоря, для меня открытие. Поэтому я сейчас сдеру пленочку. Вот, и завтра обкатаю новый шлем СССР. Хоп! Терминатор. Ну, очень легкий. Очень легкий шлем, вообще легкий. Ну и по городу покататься прикольно. Вот такой вот шлемик. Ну, в общем, после несложных манипуляций я снял визор. Оказывается, на самом деле визор представляет собой кусок ровного оргстекла, который просто загибается. Вот, в пленочке. И та-дам! Давайте обновим этот шлем. Новый. Я как будто только что его купил. Ух ты, он прозрачный. Обалдеть. Прикольно видно, ничего не искажает. Что еще приятно удивило, это вот боковые винты. Вот эти боковые винты. Они сделаны из такой нержавейки. Прямо винты буквально М6. Но такие тяжеленькие вообще. Такая вот нержавеечка. Ну все, сейчас соберу и попробуем. Хотелось бы еще акцентировать внимание на конструктивных особенностях данного шлема. Тонкий пластик, без изысков. Он глянцевый, довольно блестящий. Значит, внутри идет такая поролоновая ткань. Вот, ну и пенопластовая скорлупа. Так все очень простенько, как говорится, без изысков. Прикольный ретро. Сейчас поставлю визор и посмотрим, как он будет функционально работать. Ну, в общем, после несложных манипуляций закрепил на место визор. Вот, что, конечно, заметил, все-таки он, конечно, приподнимается. Ой, застегнулся. Вот он приподнимается, но вот в этих местах в начале он задевает за
вот эти заклепочки немножко. Вот. А, ну не все. Не все, не все. Вот буквально вот крайние заклепочки чуть-чуть задевает, потом нет. То есть, конечно, со временем на визоре от открывания появятся полосочки, но они не будут мешать обзору, потому что они будут в верхней части. Вот. Прямо не терпится уже его примерить. Скорлупа внутри немножко вокруг своей оси болтается. Затягивается надежно. Подбородочек. Красота. Опчки. До характерного щелчка. Оп. Не попал. Оп. Ох, аж в ухе зазвенело. Слушайте, а прикольно видно. Вообще ничего не мешает обзору. Очень интересно. Прям прикольно. Очень легкий. Прям легкий. Открываем. Оп. Оп. Визор поднимаем. Опаньки. Все просто, пацаны. Всем добра. Да, кстати, что удобно. Он имеет такую... Хотя это шлем 55-56, у меня голова 56. Скорлупа просто идеально сидит. Единственное, вот он играет на скорлупе вверх-вниз, вот на этих направляющих. Вот, ну что прикольно, тут запросто одеваются очки. У него такая круглая форма с запасом, хотя она вообще не болтается. Ну, есть куда одеть, просто темные очки, дужки засунуть, завтра я одену. В современных шлемах бывают очки проблемы одеть. Но тут интересно приспособиться. Так, еще в комплекте есть вот такой козырек. Вот, у меня его пристегнуть, не снимая шлема с головы, не получилось. Буквально одну кнопочку пристегиваю. Остальные не могу попасть. Но он еще плотненький, неразработанный. Вот, хочу сейчас пристегнуть этот козырек. И посмотреть, как оно будет. Кстати, что интересно, на этом козырьке эти кнопки имеют прорези. В козырьке есть прорези, по которым кнопки могут передвигаться. Тем самым можно будет попасть в соответствующие места на шлеме. Немножко опустил визор. Ну, давайте попробуем пристегнуть. Так, одна есть. Ой, ни одной нет. Что-то тут как-то так все жестко и как-то не очень просто. Ну, давайте начнем с центральной. Центральную пристегнул. Крайнюю пристегнул. Центральная отстегнулась. Так, а ну если по краям пристегнуть... Так, крайние обе пристегнул. Теперь, может быть, надавливать на среднюю. По этим пазам клепки сыграют. И дадут мне защелкнуть центральную кнопку. Нихера, как-то... Как-то тут все... О! Как говорится, до характерного щелчка. Получилось. Кто еще не устал от моего видео, можно посмотреть дальше. Хоп, легким движением застегнули. И вот он, противосолнечный козырек, шлем Салют 3. Опять же, легкость. Кстати, визор чистый, обычное тонкое оргстекло.
Ну, вообще прикольно. Будем испытывать. Уф. Снял шлем. Ребята, скажу я вам, что он очень жаркий. Прямо очень жаркий. Пенопласт греет. Снем шлем. Шлем снимаешь, аж... Ух, голова мокрая. Салютик. Держалочка для очков, для лямочки.